Спорт без возрастных рамок. Не так давно в парке Харинка появилась специально оборудованная спортплощадка для людей старшего возраста. Ее построили благодаря средствам президентского гранта с целью сделать спорт доступным и для пенсионеров. Задуманные начинают воплощать в жизнь. Теперь два раза в месяц здесь проходят спартакиады для пожилых людей. Сегодня у нас планировалось 5 команд, но, к сожалению, 2 не смогли приехать по техническим причинам, а прибыли Пестяки, Лух и Ильинское муниципальное образование. Это сборные команды вот этих муниципальных образований. Перед этим они проводили у себя отборочные соревнования. Команды смешаны. Состава, возрастной ценз следующий. Во-первых, женщины 55-60 и затем 60 и старше. Мужчины также 60-65 и 65 и старше. 5 мужчин, 5 женщин, 10 человек, команда каждого муниципального образования. Участникам предлагают пройти ряд испытаний. Это отжимания, подъемы корпуса из положения лежа, дартс, скандинавская ходьба и динамометрия. Можно? 35-50 – лучший результат. В заданиях учтены физические способности людей пенсионного возраста, чтобы активность была во благо, а не во вред здоровью. Ну и, конечно, подняла настроение участникам. Это общение, а нам, пожилым людям, как никогда нужно это общение. Ну а потом друзья, товарищи новые появляются, это тоже очень замечательно. В-третьих, это помогать здоровью. Нам двигаться – это главное сейчас для нас движение. Победителей по итогам всех этапов определят судьи. Но сами участники не сомневаются. Кто бы ни занял первое место, проигравших точно не будет. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.